Жители страны холода знали великое древнее предание. Когда создавался мир, силы холода и тепла договорились между собой, что холод правит на севере мира, а тепло правит на юге мира. Выигрывает не самый сильный, не самый ловкий, не... а тот, кто думает и все видит. Однако высшие силы всегда помнили условия. Если хотя бы один человек станет жителем страны холода, баланс мира нарушится, и холод вырвется за пределы отведенной ему территории и заполнит землю. Мы с ней типа мир спасаем. Что? Из-под земли достану, растоплю!